Какие есть альтернативы банковским вкладам? Это хороший вопрос, ведь диверсификация – это один из главных принципов инвестора. Ведь сейчас в банке не только можно классическими инструментами пользоваться, накопительные счета, либо вклады открывать. Также сейчас в банке можно открыть и брокерские счета, и накопительное страхование жизни, и инвестиционное страхование жизни. Чем отличаются инвестиционные вклады от обычных? Да, действительно. Сейчас в банках помимо классических вкладов можно оформлять накопительные и инвестиционные страхования жизни. Давайте вместе разбираться, в чем разница. Накопительное страхование жизни – это такой продукт, по которому клиент дисциплинированно откладывает денежные средства и копит на определенную цель. Например, обучение ребенка, покупка автомобиля, покупка квартиры. Цели выбираете вы. При этом денежные средства инвестируются в консервативные инструменты. Вы получаете доход, примерно равный процентов по вкладам. Инвестиционное страхование жизни – такой инструмент, по которому около 80-90% вкладываются в консервативные инструменты. Это депозиты, либо облигации федеральных займов. Остальная часть денежных средств вкладывается в более рискованные активы. Это акции, облигации, либо другие финансовые деривативы. По инвестиционному страхованию жизни вы можете получить гарантированно всю сумму вложенную плюс инвестиционный доход. Этот инвестиционный доход может быть выше, чем проценты по вкладам. При этом необходимо понимать, накопительное инвестиционное страхование жизни также имеет ряд преференций. Первое – это юридическую защиту. Второе – это на весь срок программы вы будете застрахованы на те риски, которые прописаны в этих программах.